Сегодня у нас двое именитых гостей. Они не только ученики уже 4-го класса Центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории, но и звезды известных телевизионных программ. И первым на нашу сцену выйдет Семен Соломатников. Он участник премьерного, первого телевизионного конкурса юных дарований «Синяя птица» 2015 года. Соло его трубы великолепно звучало на гала-концерте конкурса вместе с оркестром участников. А партию фортепиано исполнял народный артист Российской Федерации Денис Мацуев. Сегодня Семен подарит праздник нашему залу. Жан-Батист Арбан. Венецианский карнавал. Солист Семен Соломатников.